Право называться атаманом не давалось во время рождения. Оно... В активе которого 11 профессиональных боев, 10 побед. Даниэль Лимонен!
Италия. В красном углу ринга мастер спорта международного класса, чемпион Украины прошлого года, призер чемпионата Европы. Для него это третий поединок в формате всемирной серии бокса. Во всех для этого он одерживал победы. Николай Буценко! До 61 килограмма. И в синий угол ринга приглашается боксер команды Dolce & Gabbana Italia Thunder Доминика Валентина. Приглашается самый титулованный боксер украинской команды, завоевавший симпатии всех любителей бокса по всему земному шару, двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Уэлла Паркера, лучший боксер мира, независимо от весовой категории. Встречайте, Василий Ломаченко!
poll is a unanimous decision. All judges have scored 50-45, and the winner by points, Vasil Lomachenko! Red card, Ukraine Armas! Добрый вечер всем, спасибо за поддержку, вы мощно болеете, спасибо. Это отличается от тех годов, когда вы приходили. Хотел бы еще поздравить маму с днем рождения, у нее сегодня день рождения. Приглашается бесстрашный и зрелищный боец нашей команды. Встречайте, Дмитрий Митрофанов!
Ladies and gentlemen, the result of this vote is a unanimous decision. Judge 1, 48-47. Judge 2, 49-46. Judge 3, 48-47. And the winner by four is Dmitry Mitra. Decision. One judge scored 48-47. One judge scored 47-48. And one judge scored 48-47.
мы сейчас давайте поддержим нашего боксера, на которого мы возлагаем огромные надежды. В красную угол ринга приглашается украинский атаман Ростислав Архипенко! Seconds out. Ha ha ha!
Ladies and gentlemen, the result of this vote is a unanimous decision. All judges have scored 48-47, and we win by points. Во дворце спорта, то, что видели вы, дорогие телезрители, на телеканале «2+2», это войдет в историю мирового бокса. Это шикарная победа во второй полуфинальной ответной встрече команды «Итальянский Гром» и украинские «Атаманы». Таких эмоций дворец спорта еще не испытывал. Сегодня украинские «Атаманы», ну и, конечно же, блестящая победа в Италии Александра Усика, которая принесла команде украинские «Атаманы» победу. Давайте еще раз помним всех тех боксеров, которые сегодня здесь трепетали нам душу и вынимали сердце. Это Николай Бузенко! Блестящая победа! Ростислав Артеменко! Я не знаю, друзья, но, по-моему, сегодня можно записать 19 апреля 2013 года.